Лада 4x4 Нива – один из наиболее востребованных и популярных внедорожников на отечественном рынке. Впервые данная модель вышла в производство с 1977 года и с тех пор неизменно доступна в продаже на авторынке. Автомобиль отличает наличие внедорожных возможностей и повышенной проходимости. В конце 2019 года в продажу поступила обновленная версия Lada 4x4, которая была ожидаема многими поклонниками модели, ввиду того, что внедорожник практически не менялся за все время своего существования. Машина получила как визуальные изменения снаружи, так и расширился перечень ее возможностей. Правда, каких-то грандиозных метаморфоз все равно не случилось, даром что с последней существенной модернизацией прошло почти 30 лет. Ладе решили серьезно обновить только салон. Лада 4x4 2021 года доступна на рынке в двух основных комплектациях, а также в дополнительном варианте с кондиционером. Как и прежде, внедорожник выпускается в трех- и пятидверном исполнении. Говоря о конкурентах авто, эксперты отличают, что их у внедорожника на российском рынке нет. В качестве сопоставимой модели можно отметить Suzuki Jimny, однако стоимость данного японца несравнимо больше.